Здравствуйте, вы не могли бы прочесть это слово? Эй, я Джалаль Кожуль. Игюль. Коюль. Чушь какая-то. Эй, пожалуй. Джаз-джаз-жекюль. Не могу. Моя дочь выходит замуж. Поздравляю. Вот моя крошка Сесиль. А ее папа? Умер. Говорят, первыми уходят лучшие, но не всегда. Моя милая крошка. А что с мамой? Это я порчу наводил. Надеялся, что умрет, но она только ногу сломала, и все. Простите, это ты? А что, в самолет пускают с силиконом? Дорогая, рейсов больше нет. Мы здесь надолго застряли. Не волнуйся, платье я тебе привезу. Вот гад! О нет, скорее в машину! Так ты хочешь войны? Ты будешь молить меня о пощаде. В машине не курим. 2132 километра, терпи. Остановись! Мы больные! На всю голову! Ну не бросайте меня с ней! Давай не будем больше ссориться. Ладно. Забыла про код? А теперь давай открывай дверь и вали с моего места. Автобусная авария, угон фургона и самолета, уклонение от ареста. Ну вы даете. За потерянные годы. За это до дна. Нам надо успеть к дочери на свадьбу. Это маловероятно. Ты что творишь? Тебя спасаю. Угоняя полицейскую тачку? Ты хоть раз в жизни скажешь мне спасибо? Спасибо. Ты просто гений. Эти 100 метров того стоили. Я сплю внизу. Спать внизу буду я. Ладно, поспорим. Привет, меня зовут Валерий. Ты красавец. А я такая страшная! А как же пари? Да и ладно. Вулкан страстей. Что такое? Тебе приснился кошмар, дорогая.